скажем так, достоверно полагаю, что у нас есть аргументы, как, знаете, мне тут «Крестный отец» вспоминается фильм, есть аргумент, предложение, от которого невозможно отказаться. Вот, это позиция силы. Это самое интересное. Это позиция силы для России, безусловно, потому что вы совершенно правильно приводите примеры. Сначала Ярошенко, потом Бут. Совершенно очевидно, что у нас есть аргумент с позиции силы, когда мы выдвинули свои условия. Кстати, американцы с этим соглашаются. Они говорят, что вот, в случае обмена мы предпочли того или другого, и у нас был выбор. Это значит, у нас есть беспроигрышный аргумент. Там, вот американцы, там огромное количество разных комментариев сводится к тому, что, значит, госпожа не героиня, госпожа заявляла, что она ненавидит Америку, госпожа заявляла, что она плюет на американский флаг, и вот даже то, что она темнокожая лесбиянка, как-то не очень хорошо. Представьте, насколько сильно. И они не понимают, почему было согласие. Борис Борисович, помолчите, пожалуйста. Почему американская сторона отказалась от требования еще освободить Уиллана, который осужден у нас за шпионаж? По итогу-то американская пошла на... Почему американцы? Сколько лет они говорили, что Виктор Бут будет сидеть до последнего дня, потому что он в качестве такого, значит, образца для подражания для всех остальных, да, что вот так будет с каждым россиянином, кто посмеет вообще слово сказать против Америки. Ну, они же ему там говорили, что он там собирался убивать им и так далее. И именно сейчас... Все-таки совершился обмен. Вот, и вот именно на тех, на кого вы сказали, что позиция силы. Россия. Вот я хочу понять, какой, в чем она? В чем это какой сила? Мы аргумент? Да. Ну, я думаю, что, я думаю, что в ближайшее время кое-какие карты будут раскрыты, я так полагаю, знаю. Но на сегодняшний день нужно понимать одно. Условия, которые были выдвинуты, это наши условия. И это сегодня абсолютно никто с этим не спорит. Это очень важно.